Смотрите, я тоже, когда первый раз столкнулся с этим проектом, я сразу, у меня полезли возражения, я их сравнивал с теми проектами, в которых мы были до этого. И, то есть, тут как бы получается, то, о, тут каждый месяц надо платить, там, абонплату, там, какую-то, там, блин, все, это минус, возражение. А потом, когда я начал копать, и, ну, как бы смотрю тут, о, здесь не сразу 10 уровней открывается. Не, это фигня какая-то. Короче, по сравнению с тем же «Форсажем», с другими проектами, с другими партнерками, даже несмотря на то, что тут там жирные такие условия, там, там как про партнерские вознаграждения, проценты, я сравнивал со старыми проектами, у меня полезли возражения, я пока у себя не закрыл их, я как бы не увидел здесь, насколько здесь все круто сделано. Здесь, по сути, реально бизнес строится. И здесь, смотрите, показываю просто на примерах. Например, если там в любой партнерке, даже в том же «Форсаже», там, вы поставили себе людей, просто ставите, например, в первую линию под себя, вы получаете сразу эти денежки, да, вам круто, вам вообще замечательно, шоколадно, вы там по каким-то там даже 100%, не то, что здесь, да, 15%, все фигня как бы, там 100%, как мне рассказывали, ну, рассказывают люди, а здесь 15% на первом уровне, типа «Форсаж» круче. Но смотрите, ребята, вы поставили в один раз, получили 100% с них, да, все. Дальше человек уже как бы не работает. Дальше вы там ставите ему, смотрите, даже вы ему ставите людей, он получил деньги, у него нету смысла вообще качать этот проект. Он начинает вам мозги трахать в личку, почему вы один раз поставили, почему вы не поставили, почему вы там как бы, ну, не работаете на него. А здесь смотрите, что происходит. Если вы делаете по статусам все, смотрите, что происходит. Вот с первого статуса, ну, со второго статуса начинает. Смотрите, вы поставили два человека, ну, как бы он поставил там этот, ну, эти люди поставили себе, вы ему поставили, и вы начинаете там помогать ему достраивать эту линию. Человек один раз получил с них выплаты, да, партнерские. Дальше смотрите, что происходит в следующем месяце. У него возникает вопрос, а есть ли смысл мне вообще проплачивать? Но он смотрит под свою структуру, да, в этой структуре уже как минимум там 2-3 человека, под ними там еще там 2-3. Ну, насколько вы выстроите, во сколько вы уйдете в эти статусы, пооткрываете. То есть, смотрите, если вы их всех поставите первую линию, они вообще никак не замотивированы на следующий там месяц покупать, опять же, там этот статус, опять же, ну, не статус, а активировать этот пакет и вообще там монеты вкладывать. Они могут просто уйти на пассив. Но когда под ними вы строите вот по этой схеме, как здесь все, по статусам. У вас под каждым человеком глубину стоят несколько партнеров. Минимум, ну, максимум вам надо по 3 человека, чтобы у каждого стояло под ним. И тогда образуется такая структура, которая уходит вниз, и под этими людьми есть уже несколько людей, там минимум 3 человека, которые уже там, ну, понятно, они там одни там активировали, не активировали, ну, кто-то уже однозначно внес какие-то деньги на делегирование там. И следующий месяц человек просто думает, а если я не проплачу этот пакет, то вся структура, которая подо мной, которая уже есть и которая еще будет строиться, потому что вам как бы выгоднее все равно строить там вниз, закрывать вот эти вот уровни. Вся эта структура, которая под ним уже стоит, под этим человеком, если он не оплатит и не активирует, все эти выплаты и по партнерке, ну, за активацию пакетов, и по всем делегированным монетам они будут покупать и, ну, вкладывать. Например, Серега там возьмет там, я не знаю, ну так навскидку, там, завтра на 2 миллиона возьмет там, купит этих монет. А человек не проплатил, который над ним. Вот Марина взяла и не проплатила там на следующий месяц. Кто такая загадка, ребята? Кто посидеет, когда об этом узнает? Я! Все верно, неси дневник 5. Теперь вы просто должны понимать, ребята, что здесь вот строится реально, ну, бизнес. То есть это такая, ну, схема, система, которая работает. Здесь все взаимосвязаны. И человек... Лев, извини, пожалуйста, можно вопрос? Давай. Скажи, пожалуйста, вот смотри, если я, допустим, не активировал пакет, разве когда делегируются монеты, они не все равно через меня не проходят? Нет, ничего не проходит. Если ты не активировал пакет, всех тут делегировал. Я же тебе поэтому говорю, что тут все завязано именно на активность, на покупку пакетов. И по сути, те 200 баксов, вот как, ну, как мне сравнивал человек, я говорю, ну, он мне говорит, блин, да лучше я «Форсаж» пойду, там
ну, говорю, ну, во-первых, ты должен человека найти на 200 баксов. Он говорит, ну и что, найду там, типа. А аж ты не найдешь человека на 25 баксов? Или не найдешь смотри, человека? Я просто к чему веду. Я вот, допустим, у меня один только активировал пакет, а все остальные не активировали. И Да. когда они взяли, закинули монеты на делегирование, то есть мне процент начал капать. Да, ну у тебя же активность есть, ну, активный пакет есть, купленный. Да, да, ну, да. А если бы не было, то бы... Ты бы не был такой веселый. Понимаете, ребята, вот вы, вот тут очень много таких тонкостей, которые я пытаюсь до вас донести, потому что, ну, я с Марком очень много, как бы, общаюсь. Я сначала вообще в штыки этот проект принял, как бы, ну, я вам честно скажу, я вообще думал, сплошные минусы, каждый месяц платить абонплату, пусть она там 25 баксов, ну, блин, ну, каждый месяц, не, никто не пойдет вообще. Потом, типа, а, так еще там, типа, за делегирование, не, ну, как бы, я там зайду просто, там, закину бабки, классно, буду на пассиве сидеть и буду там получать 30%, а еще по 5, там, или сколько там, партнерка, это все, там, 10 уровней вниз буду, да нафиг не надо там это платить каждый месяц, что я дурак. А потом, когда я понял, ну, как бы, он все время говорит, это бизнес, ребята, это первая такая партнерская система, которая это выжимки самого лучшего из всех сетевых этих схем, MLM, партнерских программ, всех проектов, в которых он участвовал, которыми он наблюдал, в которых мы участвовали. Здесь все, легкий очень вход, доступный, простое, простое, все, как бы человек поставил себе приложение на телефон, все, он зарабатывает деньги. Он заходит, он видит, как бы, продукты, 5 продуктов, и он понимает, что для того, чтобы даже получать тот же Sartori Note, ему нужно всего пригласить там 2 человека, ну, по сути, да, которые пригласят еще 2 человека. И человек постоянно, он как-то, он растет, у него перед ним открывается постоянно новая ступенька. Он как бы, опа, он зашел, он увидел, да, там, он купил даже, пусть там не активировал сначала пакет, он купил монеты, ему каждый день начинает капать эти копеечки, там, он видит, что ему там пишет, там, раз пришло в сутки, там, 10 рублей, тебе пришло, там, 100 рублей, 50 рублей, там, 1000 рублей, ну, в зависимости от того, Сереге там опять будет по 100 баксов в день капать или сколько-то, по 300. Серега, сколько там тебе в день капает баксов на буксов? Не знаю, но в неделю уже штука баксов капает, все нормально. Вот, вот, то есть нормально капает, смотрите, даже больше 100 баксов, например, Сереге будет капать. Ну, как бы, даже, ну, там, остальным там пусть по 100 рублей будет капать. Я это просто проходил в спейсботе, когда люди просто охреневали, им так покапает там недельку, они потом раз там и, как говорится, заактивничали, начинают строить. А здесь каждая твоя активность, ты привел 2 человека, они там еще 2 человека, или ты привел там 6 человек, опа, получил доступ там к новой партнерке уровню, там, карты Реноты. Ты раз уже ты начинается тебе новый какой-то источник дохода открывается, тебе начинает капать. Вот у кого валидаторы, здесь же есть валидаторы, там видели, ну, как бы прилетает там по 100 рублей, там по 10 этих монеток за подписание блока, тоже приятно, как бы. То есть здесь постоянно открываются новые, как бы, уровни, ты как бы больше начинаешь изучать этот проект. Вот советую серьезно помедитировать всем над этой белой бумагой. И даже те, которые, ну, как бы, ну, не все понимают, задавайте вопросы, пишите, будем создавать зумы, потому что тут, ну, очень-очень глубоко проработанная партнерская программа. И тут все сделано для того, чтобы человек вот именно не строил себе какие-то там бесконечную первую линию. Это, ну, это смысл есть для тех, кто зовет на пассив, но, опять же, там, как бы, зачем пассиву, если, ну, пассив, как бы, как, ну, конечно, не откидываем. Ну, когда тут на активе, большинство, ну, большинства людей нету там уже нескольких там, десятков тысяч долларов закинуть и получать на пассиве тут по-жирному тоже так, еще и приумножить практически там сколько, на 70% за там за 6 недель. Здесь, ребята, вот просто не надо вам там 1000 человек сюда звать. Возьмите, просто подумайте тех, ну, тех людей, которыми вам, с вами комфортно, и те, которые, ну, реально, как бы, понимают, что такое зарабатывать, строить бизнес. Не рифоводы, не те, которые там поставят людей себе в линию, а те, которые пришли и они вот проработали. Возьмите там себе 2-3 человека, с ними проработайте, поясните эти, как бы, ну, вот эту всю белую бумагу проработайте, расскажите там, сдайте экзамены, как лидеры наши сдавали Марку, тогда еще, ну, как бы, кто не понял, зачем эти экзамены, для того, чтобы вы для себя в голове уложили, когда вы поймете там одни
один из вопросов это было, надо бы рассказать все эти 5 статусов. Вот когда я сам для себя рассказал эти 5 статусов, потом еще Марку рассказал 5 статусов, у меня в голове как будто, знаете, как молния прострелила. Я понял, для чего этот был основной практический вопрос. Для того, чтобы люди поняли, что здесь зарыто. То есть, смотрите, если ставим мы как по статусам людей, то есть у нас создается крепкий коллектив, который завязан именно вот это вот получением этой экономической выгоды. Потому что каждый человек, он смотрит, под ним стоят люди. Люди эти как бы в любом случае часть какие-то проплатят, какая-то не проплатят. Он не знает, кто там может, как Серега зайдет, там закинет, и ему там 1000 баксов, тут даже 15%. Это Ире, по-моему, тогда $1000 упало с партнерки, когда Серега зашел на 10 тысяч. А здесь 15%, то есть ей 1,5, например, упадет. Да? И вот каждой ветке, например, таких как Серега, может, ну, как бы, я не скажу, что они там через раз будут, но люди, здесь даже больше проценты, здесь даже больше, как бы, ну, понятный рост, да, там в Байтексе не совсем понятно, как оно растет. А здесь уже прописан рост, да, на первые там 6 недель. И люди будут, скорее всего, все больше заходить именно те, которые будут хотеть получить пассивный доход. И плюс, ну, не удвоение получить своего депозита, ну, как бы 70% сверху, пусть даже 50% сверху. Я думаю, как бы, большая вероятность. И тут вся команда, которая взаимосвязана, друг по другу все стоят, никто не знает, там, как бы, кто там на следующий день, насколько там зайдет монет, кто там приведет еще людей, и кто тут, ну, тут дальше, ну, например, вот там 5-й статус бизнесмен, там, 1% от товарооборота. Тоже, когда я это понял, просто, ребята, ну, вы становитесь совладельцем бизнеса. Вот что это значит. Всего лишь 3 ветки по 60 человек. Смотрите, 3 ветки по 60 человек, это, ну, это ни в какой, как бы, партнерской программе такого нету. 1% от товарооборота, ну, компании, как бы, если там могут там миллиарды быть товарооборота в месяц. То есть вы понимаете, вы будете получать как бы хорошие, ну, всего лишь там 3 по 60. Это, ну, несложно. Особенно если вы прорабатываете с людьми, они получают как бы понимание данной партнерской программы, идут опять же по статусам. По статусам. Вот это вот для себя каждый изучите. Прочитайте, просто кто не понимает, звоните, будем делать зумы, будем объяснять. Когда вы вот это вот поймете, когда я бы, ну, такое, мое бы мнение, нужно сдавать вообще всем экзамен именно по статусам. Вот проработайте каждый лидер со своими ребятами, проведите зумы, проработайте, объясните, донесите, что вот к чему надо идти. Не смотрите на то, сколько у вас сейчас монет там прилетело по партнерке, потому что, ну, самые, вроде бы, те, которых больше всего прилетело, это самые глупые люди, которые поставили себе всех в первую линию. И, с одной стороны, вроде бы, они сейчас тактически выиграли, они получили максимальный кэш, максимальный профит. Но эти люди, как бы, дальше они не будут ни приглашать, ни продлевать, скорее всего. Ну, они не заинтересованы будут в этом. Они, скорее всего, все уйдут в пассив, которые в этой, ну, не колбасе, в этой линии первой. А когда вы будете так вот прорабатывать, и когда каждый человек связан, под ним люди, а под ним еще люди, и дальше строится и доходит, ну, как бы, по сути, вы понимаете, поймите, вы находитесь в такой корпорации, в такой, ну, бизнес-структуре, которая, как бы, в любой момент может, вот как Ира, проснуться, вы можете проснуться, а у вас там за день там партнерка капнула там $1500, да, или больше. Плюс монеты эти растут, монеты новые, как бы, совсем. Серега, ты хотел что-то сказать? Ты понял? Да, это реально. Да, это обалденная тема. То есть мы сейчас развиваем этот проект и поработаем на нем где-то определенное время, раскрутим, получается, команду, командный состав хороший. Потом просто будем на пассиве такие бабки получать. Вот великолепно. Это, по сути, ребята, вы сейчас, я понимаю, что кому-то это как бы, ну, не совсем в голову заходит, но вы сейчас, по сути, создатель, вы как бы, ну, там Стив Джобс там в начале своего пути, вы строите свою корпорацию, поймите, и относитесь к людям, которых вы приводите, вот именно как к своим бизнес-партнерам, которым вы помогаете людей ставить и под них, они заинтересованы, они прорастают в эту структуру, они пропитываются этой мотивацией, вот эти вот статусы, вы просто, ну, как бы каждый день перед сном читаете как Библию,
вы просто поймете, такая бизнес-библия. Вот когда я сам это, когда сдал экзамен, когда я все это раз 10-20 расписал себе даже на листе, когда я увидел эту всю структуру, разрисовал, как все это взаимосвязано, и как каждая... И просто я сразу я ищу мотивацию для людей, почему, зачем, как бы, каждый месяц им по $25 платить. Да потому что ты можешь, не заплатив $25, ты можешь просто там $1000 пропустить. Там, со временем можно... Да. Ты извини, не перебив, но $25 это не такая же большая сумма. Правильно? Кто-то на телефон тратит там месяц больше там. А по сути, вы за эти $25 получаете продукты, которые, ну, как бы, может, кому-то они не совсем сейчас нужны, но со временем это просто это трендовые продукты, которые, опять же, будут дополняться, опять же, по секрету, там, когда будет свой децентрализованный интернет, который будет не привязан вообще там даже к мобильной связи, там, ну, вы поймете, что это вообще, опять же, я сейчас вам еще как бы опять так приоткрою там завесу, ну, как бы вы поймите, все эти продукты, вот те, которые нам показали, это просто вершина, так сказать, айсберга. Вы скоро будете увидеть, как будет этот айсберг всплывать, и там все взаимосвязано. И каждый будут добавляться продукты, и они как здесь, вот, они все взаимосвязаны, как в вашей структуре. Будет мотивация людям и проплачивать, и приглашать людей, и развиваться, открывать, и становиться, так сказать, соучредителями этого бизнеса. Начинается с 1% оборота, заканчивается, по-моему, 5%, 4%. Ну да. Я понимаю, то, что мы в самом начале, и становимся практически, у каждого появляется свой бизнес, собственный, да, личный. Да, да, это не партнерка, ребята. Статусы для того, чтобы вы поймите, вот вся эта структура, которую вы сейчас строите, вы, по сути, Стив Джобс, который создает свою команду, свою корпорацию. То, что вы сейчас видите, как Apple, где вот эти все связи, где там менеджеры, там отделы продаж, там пиар, там менеджеры, там все это как бы, ну, все там, все это взаимосвязано, все держится там на мотивации, именно здесь все то же самое. Но здесь еще и подкреплено экономическое, понимаете, рублем. Здесь страх. Здесь все вот эти мотивации, вот страх потери, страх упущенной прибыли, то, о чем вы знаете все, да, это один из самых больших страхов. Вы поставили человека, поставили под него, человек уже просто, у него постоянно, как бы, у него не возникает мысли, первый раз ему, да, как бы надо объяснить, что вот, да, надо заплатить эти $25, если ты хочешь, как бы, ну, реально строить бизнес, а не просто там бегать по партнеркам, там, по каким-то хайпам. В следующий месяц, когда он увидит под собой структуру, у него будет первая мысль, если я не заплачу, то сколько ж я пропущу этой прибыли, да? Вот почему здесь все так устроено. Вот почему вот эти вот статусы надо изучить и начинать вообще объяснять с этого партнерам, что вы, ну, как бы, что они приходят не просто какую-то компанию, которая там, ну, даже не компания, которая там хайп, который создали для того, чтобы там быстро все там заработать на людях и закрыться. В дальнейшем, смотрите, опять же, будет свой децентрализованный, хотел сказать, Telegram, ну, мессенджер, вы поняли, к чему это все идет. То есть уже есть своя криптовалюта, которая обрастет пользователями, и только потом будет создан, по сути, он, скорее всего, уже создан, он будет запущен, свой мессенджер децентрализованный по типу Telegram. Все видели, что произошло с Дуровым, когда он набрал, раскачал свой Telegram, да, там, полмира там пользуется им, и он решил там свою криптовалюту вести. Но все понимают, что это никому не выгодно, что те же корпорации, они просто рухнут, и доллар, и все эти, как бы, и биткоины, потому что все рухнет, все завязано. У него есть полмира пользователей в его Телеграме, и он вводит свою криптовалюту, которая будет пользоваться полмира. Все остальные криптовалюты, ну, как бы, и монеты, вы сами понимаете, какой риск для них. Поэтому ему не дают делать. А тут все спокойно, все идет, как бы, от такого маленького вершина айсберга, да, как бы корпорация, которая простраивается, структура, которая завязана жестко, так как, вот, как в японских корпорациях, где там на уважении строится, здесь все на экономических именно связях, там, ну, вы поняли, о чем я, как бы, я вам не до конца все рассказываю, для того, чтобы вы сами просто поняли, прочитали это все и увидели, насколько здесь все проработано именно в плане командопостроения, что вы строите бизнес, это именно... Ну, как бы, это, ну, не на, даже не на один год строится, потому что, ну, человек заходит, он в структуре,
он видит, что структура живая, живет, постоянно люди строятся, оборот идет денег, люди зарабатывают деньги, люди делегируют, ределегируют там, постоянно там реинвест кто-то делает, постоянно через него проходят деньги. Как вы думаете, найдет он $25 там, в месяц, да, там, ну, там, не пойдя там в кафешку один раз или в кино, или там, не, там пачку сигарет не купив, там, или там бутылку водки. Ну, вообще так вот просто. Как вы думаете, будут они прокупать каждый месяц? Потому что, ну, основная, как бы я там почему-то у наших там ребят встречал там некоторых, блин, да это ж каждый месяц, как только говоришь, ты... Надо людям объяснять, он пусть зайдет, попробует, пусть он увидит, почувствует. $25 никому как бы не так уж страшно потерять, да? Но, опять же, выгода. Вы попадаете, по сути, в структуру, которую вы строите. И здесь уже вот именно максимально все проявлено. Вам выгодно ставить под людей, потому что вы их закрепляете в своей структуре, вы даете им возможность почувствовать, через них проходят потоки денег. Они видят, они как бы им интересно и работать, ставить людей, потому что, ну, партнерская программа очень жирная, вы сами видите. Плюс им неинтересно куда-то уходить, потому что здесь, ну, можно каждый раз просто очень нехило пропустить выгоду. Плюс, опять же, ну, как бы, где еще можно там проценты, по сути, вы становитесь совладельцами данного бизнеса, проценты от товарооборота. При том, что вам не надо там 100 тысяч человек, как вспомните те же там, как они, криптохенсы, где там надо было 1 000 000 человек пригласить, чтобы заработать там 100 тысяч или сколько там. Здесь все как бы вполне нормальные цифры. Тем более все, каждая ступенечка, которую вы строите, она как бы приносит вам хорошие плюшки. Вы даже особо не смотрите на те цифры, которые у вас сейчас, там, сколько вы заработали. Вы смотрите вот сюда, вы каждый день просто садитесь и медитируете на вот этот список, на вот эти ступеньки. Вы как бы просто думаете, как вот выполнить первый там уровень, да, вот мастером стать, там лидером стать. Ну, лидеры, я думаю, там почти все уже там мастером стать. Общайтесь, опять же, со своими людьми в структурах, смотрите, где у кого там не хватает, потому что, ну, буквально там вы закрыли кому-то, оп, получили мастера. Раз там открылось 6 этих линий. Дальше там раз, пошли там, вам уже зашли, дошли до чемпиона, вам уже капают люди просто там с общей ссылки, которая там сейчас, опять же, там между нами там будут и промо-акции серьезные проводиться, которые, ну, будет идти просто вот, так сказать, на общую ссылку и распределяться на тех, кто получит там чемпиона. Ну, по 15 человек, 3 ветки, я думаю, тут уже у каждого, наверное, уже есть, в принципе. Даже, я думаю, даже если они еще не активируются, вы просто, не знаю, покажите этот зум или сами донесите. Лучше, конечно, со своими людьми работать самим. Просто донесите, ну, как бы вообще понимание. Это не просто там партнерская программа, здесь просто корпорация строится. Корпорация, которая подкреплена именно экономической выгодой. Через них идут потоки постоянно. Люди видят эти обороты этих денег. Через них идут. И каждый раз, там, каждый месяц они будут думать, ну, вы сами понимаете, заплатить $25 и, возможно, там потерять несколько тысяч долларов, даже если они там не такие активные, ну, хотя здесь тоже, опять же, все строится для того, чтобы, ну, по сути, вы можете стать совладельцем просто этой корпорации, понимаете? Вот к чему надо идти, вот сюда надо смотреть. Так, читаем. Ребята, давайте задавайте вопросы, сейчас почитаем чат вопросов. Серега, автомобиль. Чего? Автомобиль хочу. Автомобиль, сейчас смотрим. А кто знает, когда автомобиль дается? На каком, Марина? Как ты экзамен сдала? Вот я даже не знаю. Так, вот статус Hero. 3 ветки по 1000 человек. Ну, как бы тут, да, такой, так, ну, как бы, наверное, для многих не так просто. Ну, хотя тут очень пойти может хорошо все. Тем более проект только-только стартанул. Ну, и плюс еще, кроме автомобиля, здесь еще 4%. Ну, опять же, тут может быть даже не десятки тысяч долларов в месяц капать. Посмотрим, какой товарооборот, если там за первый день 10% этих монет распродалось.
Интересно, вот мне какая цена будет их, когда они все распродадутся. Я думаю, пойдет вверх, начнут спекулировать. Ну да. Спрос будет больше. Да, интересно посмотреть. Когда будет спрос больше, а монет как бы... Монеты закончатся здесь. А возможно и затишье будет, потому что начнут держать. Скажут, ага, еще подожду. Сейчас вот те повыше поднимут, и я подожду, потом я выставлю. Пойдет борьба между держателями, скажем так. Ну, это мое мнение. Ну да, тут же она же еще и приносит пассивный доход, опять же. Ну, ты вот сейчас продал ее, да, как бы, а она каждый день приносит деньги. Опять же, ребята, ну, самое важное, опять же, помните, что не надо тут как бы инвестировать там последние деньги. Помните это правило, что там всегда инвестиции только те деньги, которые не боитесь потерять. При том, что здесь, опять же, не надо там вообще даже упираться в инвестирование, только в пассивный доход. Когда есть тут просто такая жирная партнерка, вы о ней просто расскажите, о этих статусах. И, ну, реально люди, которые хотят построить свой бизнес там за $25, такое вложение, да, и получить и обучение, и такую, вообще такую просто, ну, такую, это воронка реально, которая выстраивает такую структуру, которая завязана. Ну, опять же, не жадничайте, не ставьте всех там в линию себе, потому что, ну, так вы там сорвете деньги и дальше опять разочаруетесь, опять перегорите, как сейчас модное такое слово. Я пригласила там 100 человек, а потом перегорело, они не хотят работать. Так им нет смысла работать. Какой смысл работать, если они, ну, как бы не в структуре, они не видят, что там люди как бы взаимосвязаны, что им помогает, что у них есть вот по статусам, они сейчас закроют, им закрыли там 2 человека. Он смотрит, так, а я сейчас себе еще 2 человека закрою и получу там доступ к ноде. У меня дополнительный доход, потом я еще там закрою там себе 3 человека, там я опытом получу там уже там, или сколько-то, по 15 человек, опытом получу уже людей, которые будут сыпаться с открытого входа. Дальше там, ну, как бы, в принципе, до бизнесмена дойти, я думаю, ну, 3 ветки по 60 человек, я думаю, и получать 1% от товарооборота, вот вам ваш пассив, ребята. Где такое было? Какой там MLM структуре партнерки было такое, что вы, ну, реально, 3 ветки по 60, 180 человек. Я думаю, у многих было там 180 человек в каких-то партнерках. Но вы же всегда перегорали, да, и люди перегорали. А здесь вот он вам, ваш пожалуйста, пассив. Вот вы пригласили 180 человек, и вот вы получаете 1% пассива от товарооборота компании. Тем более компания только стартанула, тут может сейчас так постоянно этот товарооборот расти там, такими очень нехилыми темпами. Вот, ребята, просто вот поставьте себе цель первоначальную, вот сюда прийти, вот к этому пассиву прийти. И представьте, вам там капнуло, например, там, я не знаю, там 20 тысяч долларов, да? Ну, возьмем так примерно там. Даже 10 тысяч долларов вы их кинули просто себе, делегировали, и получаете $3000 пассива в месяц, без реинвеста. То есть 200 тысяч рублей в месяц вы просто на пассиве, за то, что вы построили 3 ветки по 60 человек. Это можно сделать за месяц. А кто-то за неделю может это сделать. К тому же, ну, как бы, понятно, о проекте еще никто не знает. И просто тут, когда вы это объясните людям, что вот они, ну, опять вот это, о, там столько людей приглашать, да, и потом, а что потом? А потом, вот ваш, как бы, ваша мечта, ваш пассивный доход. Это не по хайпам ходить, ребята. Здесь вот реально, как бы, вы получаете, становитесь совладельцем. Дальше там еще жирнее, да, оп, там, еще чуть-чуть, там, 3 ветки по 200 человек, там. Ну, это ж уже когда вы, я думаю, сюда уже дойдете, на этот уровень, у вас будут там как минимум 3-4 человека, которые сами уже начнут строить активно. И большинство из тех, которые уже есть, они тоже будут идти к этому, по вашим стопам, так сказать. А у кого-то будет этот уровень открытый, у него будет там заполняться там какой-то уровень, да, и у вас там будет и расти, и объем монет, и там, и количество людей, и плюс там все эти лидерские бонусы, там у кого там самая большая вторая линия, там айфоны, там, ну, эти AirPods, там все это.
Вы просто на это так смотрите, потому что, ну вот, вот на самом деле это... Вот вы хотели пассив, как бы поработал хорошо ударно, да, там, сколько там, несколько недель, пусть может несколько месяцев, и выйти на пассив. Вот вам, пожалуйста, вот вам цель. Возьмите просто, заскриньте ее в рамочку и просто у себя где-нибудь над столом или на стену повесьте. Вот ваша цель, которая достижима, легко достижима, тем более вы не сами работаете, у вас есть команда, вы как бы к этому идите. Да. Вопросы пошли. Молодого поколения. Так. И потом не вернется, если оплатить. Виктория, если... Насколько я помню, там на 2 месяца дается возможность оплатить, по-моему, да? И плюс сделали там же, вы видели, автооплату. Лучше все поставьте автооплату для того, чтобы вдруг там вдруг не проплатили. Так, где можно ознакомиться с материалом? Серега. Серега прикалывается, я понял. Твой юмор, Серега, да. Так, ну здесь можно и на пассивке сидеть. Да можно, Виктория, сидеть на пассивке. Я ж, ну как бы, я не против. Есть такая возможность. И мало того, что я тебе скажу, ты когда будешь сидеть на пассивке, а тебе возьмут твои вышестоящие и начнут ставить людей. Ты будешь смотреть, что там структура растет, и мимо тебя пролетают деньги. Как ты думаешь, первое твое действие? Что ты будешь делать? Виктория, можешь чат задать, если ты здесь. То есть не задать, а ответить на вопрос. Что ты будешь делать, если твои вышестоящие будут под тебя ставить, а им выгодно ставить, потому что им выгодно... Я буду тариф покупать. Вот. Ты поняла, вот, к чему это все сделано? Mm-hmm. Для того, чтобы пассивных людей сделать активными. Потому что, ну, реально все хотят... Вот... Да, слушаю. Угу. Вот вопрос. У нас сейчас только что в Zoom зашла Гульфия. Вот у нее вопрос из чата. Я сказала, что залетай, и мы повторим этот вопрос и ответим. Значит, вопрос такой. Вот вы поставили на делегирование, где гарантия, что монета будет в будущем ликвидна, что будут покупатели. Таких монет очень много выпустилось. На экране суперцифры, а вывести невозможно. Ну, во-первых, опять же, как бы даже тот же Марк отвечал, никаких стопроцентных гарантий нет, естественно. Все может быть. В этом мире возможно все. Любая возможность здесь присутствует. Может там и самолет упасть на нее, как бы. Можно такой вопрос задать ей. А какая гарантия, что она завтра не выйдет на улицу и на нее, ну, как бы не упадет метеорит? Есть же такая возможность? Есть. Ну, а теперь мы переходим к вероятностям, да? Есть возможности, которые можно придумать любые. Вот любые, какие в голову придут. А есть вероятность. Вот вероятность того, что на нее упадет завтра метеорит, какая? Ну, если метеорит, то маленькая, а если кирпич, то до 100%. Ну, если ты будешь там на дереве где-то сидеть. Ну да, я говорю. Я шучу, ребята, ну просто вы смотрите, как бы, понятно, что, опять же, смотрите, что такое инвестирование? Вот опять же, те же люди, это вот вопросы такие задают в основном те люди, которые приходят на пассив. И они, как бы, не изучив проект, они перекладывают ответственность на другого человека, и, по сути, ее вопрос звучит, можно перефразировать так. Дайте мне 100% гарантию того, что я вложу деньги, и я их не потеряю. Вот как поступить в этой ситуации, ребята? Вот как поступить? Вот человек, который хочет зайти в инвестиции и не, сам для себя не выполняет основное правило инвестиций любой. Изучи сначала сам полностью весь проект, прими сам решение, исходя из своего опыта, сам возьми на себя ответственность и только тогда инвестируй только тем, что не боишься потерять. Вот. Вот такой ответ. Давать какие-то гарантии, если как бы, ну, человек не после того всего, что он изучил по данному проекту, пообщался со своими людьми, которые его пригласили, если он считает, ну, задает такой вопрос, то просто или как бы ну, до конца до него не донесли все, все, что здесь стоит за этим проектом, свои продукты, свои, как бы, своя дорожная карта, там, человек, который, как бы, его репутация, его имя, которое стоит на кону, там, все, все, как бы, вся, все это построение, все, как бы, ну, как бы, все нюансы по проекту, который, как бы, ну, как, опять же, я говорю свое мнение, что, ну, как бы, проект сделан на такой, на долгосрок.
Те проекты, которые как бы я там даже по тому же Bitex вот рекомендовал, когда заходить, там все уже практически подбивали там и там чистую прибыль получают. Здесь проект, который как бы, опять же, мое, это не рекомендация, это мое мнение, ребята. Здесь проект, который можно очень хорошо заработать. Ну, во всяком случае, там больше, чем в каких-то других проектах, когда вы, опять же, поймете здесь вот эти вот статусы, для чего это все прописано. И не ставьте, ребята, на пассив, не ставьте на пассив, тогда у вас не будет страха потерять. Ставьте на актив, возьмите вот здесь жемчужина в активе. Здесь есть возможность стать совладельцем бизнеса, повторяю это уже 10-й раз, ребята. Вот ваша цель, не пассив. Не пассив. Не, на самом деле, серьезно, надо стать совладельцем бизнеса, то есть свой бизнес у тебя будет, это круто. Вот, вот он ваш пассив, ничем ты не рискуешь, ты не рискуешь там ничем, ребята. Ты рискуешь тем, что ты попал в такую возможность, такое обучение, в такую как бы такую автоворонку, такую бизнес-воронку, которую ты просто даже поварившись в этом, ты уже как бы, ну, в других проектах, если тебе захочется куда-то еще идти, ты будешь просто разрывать и там, ну, строить. Но опять же, в других проектах нету такого маркетинга, поймите. Такой жирной, жирных процентов и плюс вот это вот самый жир, вот это вот статусы. Просто помедитируйте, просто возьмите и вчитайтесь, просто возьмите, нарисуйте, как ваш, как под вами ставятся там два человечка, третий человечек, там под ним два, там три человечка. И вот, и раз, и смотрите сюда, опа, это прилетело, опа, открылось дополнительное. Вы, по сути, создаете себе такое дерево, выращиваете. Вы ни в одной, ни в одном проекте вы такого не найдете, ну, из тех, которые я знаю. Здесь вы работаете, и у вас открывается новый источник дохода. И в большинстве случаев это пассивные источники дохода. Или открываются уровни новые, или открываются, и точнее открываются еще проценты, ну просто вы совладелец бизнеса. И вот на это надо делать упор. Там минутка юмора, да, ты сказал, помедитируйте. Хам артерий. Хам. Много-много денег. Да, да. Миша, ну ты вот как бы вот тут с такой точки зрения рассматривал данный проект? Слушай, ну чем больше я вникаю в него, тем больше мне что-то становится интереснее, я тебе скажу так, Олег. Ну вот. Я на чем самом больше деле, я да, начинаю я понимать понял. Его, чем больше я начинаю его изучать изнутри, да. Это очень глубокий все больше, проект. Вот, да, мне бы все больше и больше начинает нравиться. Он затягивает, ну, я думаю, да, я думаю, за ним будет успех. Ну, мне так кажется. Ребята, мы просто как бы, понятно, не какие... Вот опять же вопрос, да? Ну, как бы, возможности могут быть любые, да, там. Но вот вероятность того, что этот проект как бы очень хорошо выстрелит, тут очень высокие. Поэтому не теряйте время и изучайте, и реализуйте. Ну, реально вот, вот это вот. Медитируйте на все это. Вот он ваш пассивный доход. Вот он ваш результат построения вашего бизнеса. Вы не просто там привели людей, там, 1000 человек или 3000 человек, получили с них там по доллару, там, пусть по $10. Круто, классно. Все, проели это и все, пошли дальше. А здесь вы получили, по сути, акции там компании Apple, которая на самом старте и которая, как бы, опять же, ну, просто вникните, я как бы, я свое видение рассказал, я общаюсь с людьми, когда они понимают это, они, просто у них какие-то возражения исчезают, их начинает это все изнутри просто там наполнять энергией и мотивацией. Плюс опять же, да, к тому времени, когда вы там будете приходить к этим статусам, у вас еще будет и пассивный доход дополнительно, вам накапает, вы там кинули на делегирование, и плюс еще дополнительный. То есть тут, по сути, не один пассивный доход. Здесь пассивный доход вообще, вот просто уберите его из головы, изначально не ставьте его как цель. Ставьте вот, строить ветки себе. Смотрите, больше 3 веток не надо. Вы можете, конечно, поставить себе первую линию, там, например, там не 3 человек, а там, ну, 5 человек, там, да, если вы видите, или там 4 человека. Если вы видите, кто-то не качает, там, и как бы, и смысла там нету, там, строить дальше, можете еще пригласить. Или зашел человек, который там
активный, да, вы можете его поставить себе там первую линию, которая как бы будет помогать вам одну ногу строить, например, вот. Вам уже там не три надо будет строить ветки, а одну там две. Или одну там. Вы нашли еще одного там активного, он пошел там строить. Ну, это вообще, посмотрите, вы просто вдумайтесь, для того, чтобы получать пожизненно пассив, стать совладельцем, по сути, бизнеса, вам надо всего лишь три ветки по 60 человек. Даже если вы сами это будете делать, это как бы, я не думаю, что это не такое неподъемное. Он вы там, когда вам статус валидатора пообещали за полдня, сделали по 30, по 50 там человек. Ну, понятно, как вы их сделали, как бы, ну, здесь можно сделать и по-нормальному. Поэтому, друзья, здесь как бы вы видите. И тут постоянно, вы видите, мотивация идет. Если в других проектах, ну, круто, да, вроде как бы там зарабатывать, но нету такой внутренней мотивации. Здесь мотивация именно такая. И плюшками, да, положительно, и этими, слово подберу, такими поджопниками, да, которые как бы минус такая мотивация. Когда ты не проплатил на следующий месяц, да, и мимо тебя полетели эти все деньги. Вся эта структура, которая как бы тебе бы деньги там часть капала, ты просто все пошло не так, как тебе хотелось бы. И будут ли люди проплачивать, будут ли люди строить. А когда он увидит, что у него, например, вы ему поставили там, как бы там, не знаю, 2 человека или 3 человека там под него, он там раз, у него открылся там, например, там, опа, дополнительный доход пошел. Вы ему поставили там, опа, там сколько это там человек там, 15 человек, увидели, ему добили в его ветке 15 человек там, раз там у него там открылся, раз начали люди заходить. То есть тут все ступенька за ступенькой, и все взаимосвязано. Вот когда вы изучите, наверное, да, правильно, изучите этот как бы маркетинг, вы поймете, почему для топ-лидеров, ну, даже для лидеров, скажем так, Марк сделал этот экзамен. Вот для чего, чтобы вы просто это поняли. И доносили до своих людей. Доносите, презентуйте. Вот если вы видите, человек как бы толковый и реально хочет заработать, вот донесите до него. Вот тут эту вот сначала табличку ему покажите. Спросите, хотел бы он получать 1% от товарооборота корпорации Apple. Например, так. И кто знает, что будет, да, там, через несколько лет. А у вас этот 1%, да, и вам надо было все пригласить там, три ветки по 60 человек. По сути, вы получаете 1% акций компании. А 1% акций, например, Apple, я бы не отказался сейчас иметь. Олег, у нас есть Александр, он задал вопрос, не знаю, я на минутку отлучилась, задал. Саш, задай, пожалуйста. Да, Олег, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот, да, наткнулся на такую информацию, что Artery будет присоединяться к Mindplex. Правда это или нет? Не слышал, не знаю, уточню. Если я даже не слышал, а что такое Mindplex? Такой-то какая-то компания? Mindplex Banking, да, то есть это Александра Помоситикова проект. Да. Уточнил. То есть, и вроде как, да, я наткнулся на информацию о том, что, и мне так сказали, что 1 ноября будет Artery присоединяться к Mindplex. Саша, вопрос, все может быть, узнаю, уточню. Ну, не хочу просто как глупо выглядеть, да, там, скажу сейчас, да, нет, уточню. Нету такой информации. Ну, в эту сторону вообще не смотрел. Спасибо за вопрос, понял, интересно, как бы, да, узнаю. Да, то есть просто они мне мама Сидиков сказала, что в течение месяца будет, 1 ноября будет, понял, то есть узнаю, соединение двух компаний, да, то есть, вернее, не двух, а четырех, это Mindplex, Circle, Artery и Lontech, и вот у меня вопрос возник, а, собственно говоря, зачем? Ну, то есть, если... Хорошо. Да, если сможете ответить на этот вопрос, спасибо. Да. Хорошо. В принципе, как бы любой говорили, может, да. Две крутые новости, может быть. Все может быть, да. Я как бы не слышал, поэтому ничего сказать не могу. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, Александр. Ребята, давайте вопросы, если есть крутые. Все, Лена ждет крутые новости. Ну, ждем. Может, да, может присоединяться, может. Ну, я как бы...
я не самому интересно, какие крутые новости, потому что, ну, как бы, даже понимая, ну, поняв, я думаю, я тут, наверное, еще 10% только понял всего этого маркетинга и вообще, ну, как бы, то, вот этой задумки, которая у Марка, там, как бы, его команды есть на этот проект. Я уже понял, что, ну, как бы, люди не хайп пришли делать, которые там на пару месяцев или как там некоторые вообще там неделю он не проработал. Просто, ну, опять же, по логике смысла нет делать какой-то там какие-то продукты, там заморачиваться с App Store, там какие-то компании регистрировать, там все это так как-то так оттягивать для того, чтобы там простой хайпец. Он бы со своим именем мог бы сделать там простой хайпец, там, я думаю, просто так, ничего не делая, просто запустив какой-нибудь там смарт-контракт и пригласить своих там менеджеров. Ну, опять же, это мое мнение, ребята, вы все здесь взрослые, за что я люблю свою команду, ну, что вы все здесь такие полноценно сформированные, у каждого свое мнение, каждый опыт крутой, все, как бы, с вами приятно общаться, поэтому всегда приятно слушать ваше мнение, и, как бы, я там своим делюсь, вы своим, и у нас какая-то рождается такое коллективное, бессознательное, ну, поэтому мы притягиваем такие проекты интересные, которых, ну, реально, как бы, каждый проект все интереснее и интереснее. Олег, да. Можно еще, да, уточнение, да, небольшое. Смотрите, сможете ли вы узнать у Марка или у кого? Mm-hmm. Вопрос такой, вот я, насколько понял, то есть Александр Помоситиков сказал, что будет присоединение вот 1 ноября, но я так понимаю, это 100% информация, и он говорил о том, что по пакетам, которые там будут, то есть если менять токены других компаний при присоединении к Mainplex'у, то тогда будут пропадать все бонусы, реферальные и все остальное, что останется только стейкинг майнов в Plex'е. То есть, и вот тогда спросите, пожалуйста, а зачем тогда, то есть, присоединяться, если все вот эти вот фишки, которые сейчас есть, их просто не останется? Ну, хорошо, как бы, ну, тут... Не, ну я как бы вообще сомневаюсь, что может такое быть, поставить, сделать упор именно на какие-то плюшки, а потом присоединиться к проекту и как бы потерять это все, эти все фишки. Ну, я уточню. Да, я просто в официальных группах, то есть, видел эту информацию и... Ну, я как бы доверяю пока как бы мнению Марка, если он скажет, что это так, тогда будет так. Если нет, нет, да. То есть до того момента, mm-hmm. пока не будет как бы официального «да», это все «нет» получается. Ну, как я считаю. Угу. Mm-hmm. Угу. Я понял. Ребята, ну, давайте еще вопросы. Я хочу добавить, что я даже 99,9% даю на то, что вот это, вот эти статусы и все, что это, ну, это вообще никуда не пропадет. Наоборот, Марк хотел это сделать основа, упор, да, на то, чтобы это, да, за это основу взял особенно вот... Почему он всегда, когда общается с лидерами, он пытается донести вот тут основное, чтобы вообще наизусть знали именно вот эти вот статусы? Когда вы это поймете, когда вы вот просто сядете и разрисуете себе все эти, эту всю структуру, вы поймете, что это, ну, это реально вот эта корпорация строится под вами, и вы в ней участвуете. И опять же, вот, скриншот сделайте, повесьте себе где-нибудь там. Вот это ваша первоначальная цель, так сказать, вашей стратегии, вот, до конца дойти. Когда вы это сделаете, я думаю, дальше вам уже будет проще. А это очень реально. Тем более вы понимаете, что вашим лидерам, и если вы лидеры, то вам тоже интересно, чтобы строить вот такие. Если вы поможете еще кому-то под собой построить такую, то вы уже перешли сюда. Тут же, опять же, все взаимосвязано. Вы помогли, сначала себе построили такой статус, получили. Вы дальше помогаете, вы дальше идете строить сюда себе следующий статус, уже 3%. Но тем самым вы помогаете своей ветке, своим людям в ветках вот этот статус, например, получить. Понимаете, как все происходит здесь? Все взаимосвязано. Вы не уходите дальше своих веток. Вам нет смысла ставить первую линию себе качать и снимать там плюшки какие-то, бонусы, вот эти 15%, да, там. Вам именно вот сюда надо вот смотреть. А для этого вам надо помогать людям строить, смотреть, где какая-то ветка недостроена, опа, там сюда людей поставили. То есть
вы сами поймете, что одно дело вы поставили там человека в первую линию, получили с него там сколько там, я не знаю, пусть там 10-20 баксов, какие 10, там 2-3 бакса. А другое дело вы заполнили какую-то ветку там до 1000 добили, или там даже пусть до 60, и вы получили там, там 10 тысяч долларов, там пусть уже 20, я не знаю сколько там, какой тут товарооборот, может там будет 100 тысяч долларов, 1% от товарооборота. Уже 200. Вот, вот цель, ребята. И это очень достижимо, потому что вся команда заинтересована, которая под вами, заинтересована строить под собой именно по 3 человека, по 3 человека, по 3 человека, и все пошли. И в сумме вот раз там лидер получил этот бонус. Дальше он хочет получить следующий бонус. Он, естественно, помогает тем, которые под ним стоят. Они получают этот. И вот, вот как завязана здесь командная работа. Здесь не рефоводство. Здесь не надо строить себе одну линию, там, как в большинстве партнерок. Поставь повыше себе, получи побольше процент. Здесь вот пошло. 3 человека, 3 ветки, все. Идешь вниз, идешь вниз, идешь вниз. Идешь вот к этому. Так, смотрим чат. Ребята, если есть вопросы, задавайте. Виктория, отлично, я за командную работу. Тут все за командную работу, Виктория. Так, ребята, ну я думаю, основные вопросы. Я... Ребята, донес я до вас мысль, то, что вообще тут важно понять, как бы. Скажите, да, нет? Значит, донес. Так. Олег, да, донес. Классная тема, реально. Хорошая тема. Я на самом начале, то, что реально у нас каждого свой бизнес будет. Вот и все. Мы идем вперед, мы уже не просто какие-то участники там какого-то проекта, а мы идем именно, создаем свой бизнес онлайн полноценный. И тут уже вся команда просто завязана, даже не просто там, а давайте там утром поздороваемся, повеселимся. Да, да. Тут просто каждый человек, как бы вот он в структуре, он каждый, вот как вот, не знаю, как шестеренки, они друг друга двигают. Кто-то там, у кого-то цель такая, оп, он, ему кажется, раз там, мне 3 по 60, блин, я сам не получится мне это сделать. А потом раз, человек снизу, ему же тоже хочется там, да, первый там какие-то статусы получить, и сюда он тоже идет, он себе ставит. Смотришь, у тебя там одна нога сама пошла развиваться, тебе уже меньше надо людей ставить. Опа, там, вторую ногу развил там до 60. Смотришь, тут тоже человек начинает развиваться. Роб, совместно там раз и закрыли. А у него тоже, ему там надо помочь. Там как бы, ты ему помогаешь и закрываешь следующий статус. Опа, ты еще получил больше. Вот тут как бы суть всего этого. И плюс, опять же, вот эти все плюшки, которые там будут постоянно добавляться, новые как бы возможности. Вот на этом все завязано. Вот когда вы это поймете, когда вы прочувствуете, ну вы уже сейчас, наверное, это поняли. Вот тогда вот просто, вот, ну, реально это бизнес. Это не просто зайти там, на предстарте, сорвать там, заработать, а потом сидишь и думаешь, блин, а что люди не работают, а что люди не как бы... И самому как-то не поймешь, куда двигаться, как вообще зарабатывать, что, как, зачем, какие цели, как людям рассказывать, почему они должны там что-то делать. Тут никому ничего не надо рассказывать в том плане и мотивировать. Человек, когда попадает в эту структуру, он... Вы покажите ему просто, вот, расскажите это, что вот она первая цель. Хочешь пассив, хочешь иметь 1% от акций компании Apple, а может и круче быть. Ну, понятно, это сейчас как бы может так не так, как бы звучит там слишком пафосно, ну, кто знает, потому что, ну, одно дело торговать, опять же, там телефонами, да, как Apple делает, а другое дело... такую корпорацию, которая децентрализованная со своей криптовалютой. И даже если сравнивать с тем же биткоином, который в самом начале там копейки стоил, как, сколько он там иксов сделал, даже если по этому пойдет данный проект, по этому пути только захватит там рост, то тут тоже можно заработать очень, очень и очень. Но основа – это именно построение своей корпорации, по сути. Тем более все на блокчейне, это не то, что там завтра проект закрылся, там все, до свидания, ребята, все, до новых встреч, как там Вегас, там кто там еще.
которые там пооткрывались недавно и позакрывали сразу. Так, ребята, ну, много общаемся. Я надеюсь, донес я все то, что хотел сказать, я сказал. Если нету вопросов, Олег, мы поняли по статусам. Спасибо. Пожалуйста. Не знаю ваше имя, но пожалуйста. Так. Все, ребята, давайте. Я понял, вопросов нет. Приятно было видеться с вами, слышаться. Давайте тогда будем еще встречаться. Если есть вопросы, опять же, там пишите в личку, в чатах. Всего всем спасибо, ребята. Спасибо, Олег. Всем спасибо. Пожалуйста, ребята.